Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем прохождение Warhammer Dawn of War. Надеюсь, вам понравится. Я познакомился с хранителем Изидором Айкишем тогда, когда был всего лишь в чине боевого брата. И я подчинялся приказам, а не отдавал их. Более 30 лет я служу и даже не достиг статуса ветерана. Я видел силу хранителей и их подопечных, но никто из них не мог сравниться с Изидором, с его силой, способностями и волей. В битвах я понял, что со всеми этими качествами могли поспорить лишь его знания и мудрость. Он был великим человеком. Нам будет не хватать его. Мне остается лишь уничтожить то богомерзкое существо, что овладело телом Изидора. Да пребудет со мной сила императора. Старый друг. Докладывайте, сержант. Легионы Хаоса отступили и заняли оборону в этом городе. Если мы хотим их разгромить, то этот город — лучшая возможность. Как себя чувствует капитан? Я бы сказал, что он жаждет мести, но эти слова не точно описывают безграничность его ярости. Будьте наготове. Мы потеряли слишком много времени и поплатились за это. Согласен с тобой, но мы до сих пор ничего не знаем о нашем враге и его планах. Бал был чьей-то пешкой, и этого кого-то он называл Синдри. Синдри меня не волнует. Изидор — вот моя цель. Он предал веру, и за это он должен понести заслуженную кару. Теперь ты знаешь всю подоплеку моих забот об этом мире. Хотя не скрою, я сильно удивлен, что именно Изидор впал в ересь. Я понимаю, ведь ты подозревал меня. Человек должен обладать либо стальными нервами, либо совершенно гнилой душой для того, чтобы предать огню свой дом, всю свою семью. Я чувствовал ростки хаоса в твоей душе, а то, как быстро ты раскрыл секреты Тартаруса, еще больше насторожило меня. Но я был так уверен в том, что хаос опутал твою душу, что не заметил истинной жертвы Изидора. Я ошибался, капитан. Мы поговорим на эту тему в другой раз, инквизитор. Пора выступить против нашего врага и прочитать над ним заупокойную. Ты позволил мне завладеть камнем. Ты выполнил свое обещание. Но ты глуп. Я лучше оставлю маледиктум себе. Ты слишком слаб, чтобы принять его дары. С его помощью я уничтожу тебя. Прямо сейчас. Лорд Бал! Был так же туп, когда думал, что я беззащитен перед ним. И именно он контролирует ситуацию. Нет, прекрати. Орки тоже были высокого мнения о себе и о своих возможностях. И я сумел повернуть их заносчивость себе на пользу. Пожалуйста, нет. Что касается тебя... Ты сдержал слово, и за это я позволю тебе умереть прежде, чем ты станешь слишком большой угрозой. Впрочем, ради тебя было потрачено слишком много усилий. Даже будь у тебя века на приготовление, ты бы и тогда не смог помешать моему триумфу. Что ж, мне пора. Можешь обратиться к милосердию капитана, если дерзнешь, конечно. С чего ты решил, что я стану следовать твоим советам? У тебя просто нет выбора. Твой друг очень настойчив. Кому как не тебе знать это? Тебе нужно будет разобраться с ним. И этот факт не может меня не радовать. Да, и спасибо за то, что сам принес мне маледиктум. Ты не можешь меня просто так бросить. Могу, и более того, я так и сделаю.
конце концов, я оставлю тебя в весьма приятном обществе. Докажи, что ты достоин силы. Иди и убей тех, кого недавно называл братьями. Пролей их кровь. Во имя Бога крови! И нет, это не Диабло, но нам придется с ним повоевать. Так. Первым делом, я думаю, нужно быстренько готов захватить вот эту фигню. Будьте осторожны, братья. Враг близко. И нас подключить сюда. Также нам нужно еще два отряда в идеале. Нет, не в идеале, а именно в идеале. Так. Оружейка у нас уже есть. Зачем я могу сделать целеуказатель? Да, лорд. Также мне нужна пара генераторов. Вот прибыл в ваше расположение. В идеале еще один. Вера, наш план удался. Чулабрек. Так. Всех случаев. Установим. Ваше желание. Я здесь для того, чтобы служить. Это процесс дело строительства начал. Вера, наш щит. Так, и пойдем. Обнаружена стратегическая позиция. Пойдем-ка захватим. По крайней мере, пока есть такая возможность. Вот прибыл в ваше расположение. Захватить и укрепиться. Будьте бдительны. Приготовиться к атаке. Воистину, готов еще один прекрасный день в истории империи. Так. Я жду вашего приказа. Так. Отлично. Делаем сразу. Собака. В вашем распоряжении. Все, делаем сразу же улучшение. В вашем распоряжении. И вот теперь делаем. Черт. Я думаю, так будет отлично. Начать расследование. Так. Сегодня папа, сейчас он еще улучшит смысл слова страх. Моя супер. Цель служение. Здесь тем временем достроился генератор. Нам бы в идеале нужна защита. Охраняем объект. Лучше как-нибудь без этого. Придется, видимо, обойтись. Так. Что там у нас с ребятами? Будьте бдительны. Да, о, великолепный. Мы готовы к испытаниям. Я думаю, отменить. Мы готовы к испытаниям. В принципе, здесь тоже отменить. Да. За землю! Во славу императора! Да. Вот кто воюет со мной плечом. Давайте к плечу, так и сделаем. Мой брат. Ты ничто, инквизиция, все. Что против героев они хорошо довольно воюют. Что это будет хорошим делом. Я здесь для того, чтобы так, здесь служить. Тоже повоевали. Процесс отлично. Строительства. Ну, у нас нет особо много денег. Это и не важно. Сейчас мы их заработаем. Да, вот. Сегодня враг познает смысл слова страх. Я готов. Так. Наши мысли сходятся. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим. Говоря, пусть наши герои воюют. Моя рука не дрогнет. Подождал. Отлично. Мы избраны императором. Тем временем ребята, которые здесь, должны будут. Будьте бдительны, братья. Приказ понят. Захватить вот эти две точки. Ожидаю приказаний. Мы избраны императором. Да, лорд. Так, отлично. Да, повелитель. Чужак. Ты вот ничто. Еретик. Инквизитор прям. Все. Красавец. Хорошо. Страшение отряда произвели. Ты ничто, инквизиция, все. Я боюсь, что далеко они от нас не убегут. Наши мысли сходятся. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу. Ты ничто, мой брат. Инквизиция, все. Так, но тем временем нам надо все-таки, наверное, потихоньку развиваться и сейчас будем
ставить что-то более интересное. Мы готовы к испытаниям. Так. Вперед к славе! Отлично. А почему их 8, кстати? Да, мой господин. Ну да, их там как раз 8, все правильно. Усё правильно. Да, о, великолепный. Так. Пока еще один отряд рано, а вот улучшение вполне себе вовремя. Сегодня враг познает смысл слова страх. Готов. Ну, он тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Он тут один справится. Космодесант, вперед! Все внимание уделяем объекту. Вера, наш щит. Приготовиться к атаке. Мы готовы к испытаниям. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Главное, чтобы нам хватило. Приказ выполнен. Да, о великолепный. Моя вера защитит меня. Ну что, пока захватываем, пока все нормально. Я готов. Сейчас будем улучшать монастырь. Ну, точнее, до монастыря оплот веру лучше. Далее будет чуть проще. Мы избраны императором. На всякий случай отходим. Так, все подготовлено. Я здесь для того, чтобы служить. В идеале как можно быстрее. Сюда и сюда. Моя вера защитит меня. Две вот такие веселые штучки. Так. Ваше желание. Я здесь для того, чтобы служить. Произвести не могу, как но... скажете. Могу, что я должен сделать? Пока просто улучшить. Так. Я готов! Инквизитор тот молодец, стоит, держится. Направьте нас на врага! Сколько надо. Тут двое тоже. Вполне отлично себя чувствую. Скоро будем производить дополнительные отряды. Чужак, мутант, еретик, берегись! Пока что просто... просто будем делать то, что делаем. Так, сколько там? 450 нужно на опорный пункт. Сейчас накопим. Сейчас накопим. Отличнейшим образом все это мы сделали. Сейчас поставим здесь еще охранный. Черт, 75 не хватает. Да, лорд. Как пожелаете. Упс, нужен дополнительный генератор. Как скажете. Как можно быстрее. Так. Будьте бдительны! Ожидаю приказаний. Отлично, пока что, что я могу сказать. Есть! Будьте бдительны, братья! Но мне главным образом захватить вот эти вот места все. Так, добыча 105, это просто супер. Я бы в каком-то смысле сказал, что это великолепно. Сейчас мы улучшим быстренько вот эту. Да, вначале у меня развитие идет. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Особо никуда не лезть. На всякий случай. На рожон, по крайней мере. В таком случае получается, что меня поначалу почти не трогает никто. Да, о, великолепный. Это круто. Да, о великолепный. Я здесь для того, чтобы служить. И давай лучше не служи, а прислуживай. Так, отлично. Что вам угодно? Здесь тоже страх вроде все повергает окей. Веру. Так, сейчас вот этих построим двоих. Я жду вашего приказа. Так. Как пожелаете. Так, так, так. Мне от вас, ребята, нужен храм бога машин. Как скажете. Вот.
А впоследствии... Процесс строительства начал. Вот это хренотень. Так, он захватил уже две реликтовые точки. Это в некотором смысле, сегодня, конечно, хреново. Враг познает смысл слова страх. Но я думаю, я это как-нибудь переживу. Приказ принят. Мы готовы к испытаниям. Впрочем, все. Оружие к бою готово. Не будет мира до тех пор, пока враги Императора отравляют воздух своим так, дыханием. Пока неплохо идет. По крайней мере, сбор народа. Так, но трех отрядов мне не хватит, конечно. Я готов! Трех отрядов мне, конечно, не хватит. Инквизиции я принимаю командование. Я думаю, еще плюс два отряда мне не помешают. Я здесь для того, чтобы служить. Во имя Императора. Что за демоны они призвали? Ко мне, братья. Да. Мы должны отправить это порождение туда, откуда оно вышло. Алчущий кровью пришел. Черт. Охренал. Что, как я уже не раз вам, ребята, говорил, он довольно сильный. Будьте бдительны. Начинаем тактическое отступление. Поистину, еще один прекрасный день в истории. По идее, должны вырубить. Я ожидаю приказаний. По крайней мере, за счет моего героя. Оу, он сожрал нашего героя. Ты ничто. Точнее, не сожрал, а... Я отдаю приказы именем Императора. Используем 23-е Так, ну ты потише там хавает, ё-моё. Перегруппировывается. Ой, это тяжеловато было. Готов начать расследование. Тяжеловато в плане, как бы сказать так, схватки. Ну, то есть довольно сильно дерется, я вам скажу, ребята. Моя вера защитит меня. Готов начать расследование. Так. В некотором смысле очень хорошо, что я сделал некоторые улучшения. И что? Инквизиция все. Да. Без них было бы очень, очень сложно. Я тряхну так, тем временем давайте потихоньку. Ступней. Ты ничто. Выдвигать. Инквизиция все. Свою армию. Их ждет аутодафе. Так, ну, нас ничто. Тут напали. Инквизиция все. По идее, это все должно выдержать. Делаем усиление да. героя. Давайте сначала построим пару клиников. Мы попали под плотный огонь противника. Может, по-моему, всего 4 строить, и потом уже построим все остальное. Слушай. Да. Клирик слушает. Так, отлично. Клирик слушает, клирик слушает. Павших за императора. Клирик слушает. Слава. Так. Чем могу помочь? Отряду. Чем могу клирик помочь? Слушает. Клирик слушает. Чем могу помочь? Готов начать расследование. Мы попали под плотный огонь противника. И конец. Захватить и укрепиться. Ну что ж, начинаем укрепляться, так сказать. Потому что у нас нет особого выбора. Да, о, великолепный.
Вот, сейчас будем совершенствовать храмину для более быстрой добычи, так сказать. Павших за императора ждет вечная слава. Клирик, слушай. Так, где ты? Вот прибыл в вашем сражении. Чем могу помочь? Следующий. Ваш приказ. Следующий. Супер, у нас здесь все вроде. Здесь все вроде хорошо проходит. Нас атакуют, но нам. Пофигу. Вот прибыл в ваше расположение. Поле боя ждет. Так. Один отряд будет такой, второй отряд будет такой. Все-таки решил построить бластеры. Не знаю, насколько все-таки это делает эффективно, но... могу помочь. Будем надеяться, что оно все-таки эффективнее, чем мне казалось. Ваш приказ. Жизнь, вот прибыл в ваше расположение. Павших за императора ждет вечная слава. Отлично. Ну, как я уже говорил, отряды с клириком, они дольше держатся, нежели без него. Ваш приказ. Никто из слуг императора не умрет, если я успею. Клирик, слушай. Ваш приказ. Супер. Супер, супер, супер. Так, это будет тоже такой же отряд. Ваш приказ. Чисто гранатометчики. Это очень полезно. Я чем вам скажу. Могу помочь? Друзья мои. Чем могу помочь? Очень, клирик, очень полезно в каком-то смысле. Павших за императора ждет так. Вечная слава. Чем могу помочь? Вперед, славе! Под огнем! Очистить! Изгнать! Уничтожить! Благо появляется за раз два отряда, но, ну, точнее, появляется у них два отряда изначально. Но плюс в том, то, что эти два отряда являются, скажем так, получше-то выразиться. В общем, они появляются по одному юниту. Поэтому мне в этом плане очень везет. 23-е построение. Объявляем атаку. Чем могу помочь? Бойтесь нашего гнева. Так, собственно, давайте ждем сейчас пришествия наших остальных юнитов. Вот, потому что мне не хотелось бы идти не полной армией. На всякий случай оставляем вот здесь своих ребят для... скажем так, полного нападения. Ладно, не важно это. Как-нибудь попозже. Здесь какой-то отряд прошел мимо нас. Чем могу помочь? Надеюсь, он не приказ нам принят. Мешает. Приготовиться к атаке. Приказ принят. Посмотрим, что здесь. Приказ понят, брат. Опа-на. Атакуем противника. Это в некотором смысле нас идет не проблема. Остановить. Но надо в любом случае вначале пушку пить. Ко мне, братья! Во славу империи! Черт, убили крылья. Клирика. Отступить. Что за все время? А с буковкой L так косячу. Объявляем атаку. Ладно, перегруппировываемся. Клирика. Клирика убили! Нет! Чем могу помочь? Славе! Оружие к бою готово! Приготовиться к атаке! Продолжаем. Будьте бдительны, братья! Чем могу помочь? Это же мать, как говорится, чем дальше. В вашем распоряжении! Вперед, дальше, славе! Тем хуже. Павших за императора ждет вечная слава. Да это понятно, что павших за императора вечная братья. Слава ждет, но... объявляем павших за императора ждет вечная слава. Оружие к бою готово. Пока что нападаем. Пока что все идет
Оба-на, еретик Изидор, ты умрешь. По заданию нам как? Только его? А нет, еще очистить все. Все, еретик умер. Кстати, без еретика теперь мне демон не страшен, они его не будут создавать, насколько я помню. Оружие к бою готово. Объявляем атаку. Так, идем просто в наступление, не обращая внимания почти ни на что. Я думаю, это будет логично и лаконично. Выдвигаемся! Ваш приказ! Приказ так. Принят! Осталось найти их базы. О, вот первая, кстати. По славу империи! Оружие к бою готово! Приказ императора ждет вечная слава! Ваш приказ! Сегодня враг познает смысл слова. Ребятки, отойдите, не надо так нервничать. Ваш приказ! Используем 23-е построение. Чем могу помочь? Объявляем атаку. Так, что я могу здесь построить тем временем? Я могу усилить еще раз броню героя и могу строить танки. Танки Джиггернаут, так называемые. Я думаю, вы помните, что это такое. И это хорошо. Это очень хорошо. Так, ну гранатами я в принципе не пользуюсь. Сейчас посмотрим. Я еще могу построить. Как можно быстрее. Давайте на всякий случай поставлю здесь. Схема строительства 721 запущена. Хотя бы одну пушку. Потому что на более чем одну мне не хватает. Ваш приказ. Чем могу вашим приказом? Ой-ой-ой. Чем могу помочь? Так, бежим, наступаем, бежим, наступаем, наступаем, бежим. Пятки убиваем, все убиваем. Приготовиться к атаке! О, тем более, что там что-то производит. Оружие к бою готово! Во славу вот давайте это как раз уничтожать. Все дело. Атакуем согласно приказу. Надеюсь, минут 40, блин, уложусь, потому что как-то лень мне сейчас здесь 3 часа опять раскидывать. Так. Приготовиться к атаке. Изидора мы убили. Приказ понят, брат. Оружие к бою готово. Мне его, честно говоря, даже приказ не жалко, потому что он предал нас. Предал наше доверие, скажем так. Враги империи будут. Поэтому он должен был умереть. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Как говорится, вне зависимости от ситуации. Предал враги все, во что мы верим. Будут уничтожены. Предал императора. Поэтому его смерть докажет нам, что мы все еще верны. Ну и докажет одно. Будьте бдительны, братья. Бойтесь. Там перед нами неба все равно извинился, как бы. Будьте бдительны, братья. Джиггернаут доставлен. Будьте бдительны, братья. Первый Джиггернаут, кстати, появился, это хорошо. Подождем второго и запустим их куда-нибудь. Объявляем атаку. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Отличненько. Есть. Приказ понят, брат. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Вот здесь вот, видимо, еще, да, вот враги тоже. Еще по карте быстренько прогуляемся, просто чтобы понять, где они. Я жду вашего приказа. Враг атакует! Как можно быстрее. Как можно быстрее. Процесс строительства начат. Схема строительства 721 запущена. Так, на всякий случай просто ставлю пару оборонительных турелей. Схема строительства 721 запущена. Так сказать, дабы на нас не нападали. Достаточно у нас финансов. Так сказать, наши финансы поют романсы. Но это ничего. Ничего, ничего, ничего. Все хорошо. Кто там под огнем? Оба-на. Чем нападают? Будьте бдительны, братья. Кстати, это довольно сильно нападают, скажу вам, ребят. В каком-то смысле я правильно все сделал.
Так, ладно. Чем могу помочь? Павших за императора. Что-то вы как-то медленно идете, ребят. Давайте-ка. Атакуем противника! Пошустрей, пошустрей. Есть! Бойтесь нашего гнева! Оружие к бою готово! Оружие к бою готово! Пустая какая-то локация. Нас не остановить! Нет. Вот. Объявляем атаку! Джаггернаут к вашим услугам! Джаггернаут к вашим услугам. Приближаюсь к цели. Смерть доставлена. Джаггернаут к вашим услугам. Хреново это все, ребят, скажу я. Ну ладно. Ваш приказ. Есть! Вперед к славе! Еще что-то есть. Будьте бдительны, братья. Атакуем согласно приказу. Да, тут есть база еще. А Джаггернаут, я вам скажу, довольно неплохо справился. Я здесь для того, чтобы служить, да, повелитель? Так, а давайте-ка вы мне построите здесь еще... Схема строительства 721 за... Взяли две турельки, не? Джаггернаут, к вашим услугам. Построить. Приближаюсь к цели. Приближаюсь к цели. Джаггернаут молодец. Ладно. Клирик, слушай. Тем временем, что у нас здесь происходит? Братья, нас не остановить! Нас не остановить! Так. Нас расстреливают! Ох, мать моя женщина! Благо здесь пушек вроде бы. Джаггернаут к вашим услугам. До хренанцать и более. За императора, так, плюс в том, то, что он на меня отсюда, вперед, видимо... Ага, вот последний здесь. На меня, видимо, все-таки не будут нападать с этой стороны. Это хорошо. Джаггернаут к вашим услугам. На всякий случай туда направим Джаггернаут. Я здесь для того, чтобы служить. Под огнем! Да, лорд. Враг атакует! Так, здесь бы не помешало все-таки, да, что-то более мощное, но... Видимо, не судьба. Я жду вашего приказа. Я здесь для того, чтобы служить. Да. А, Джаггернаут доставлен. У меня вот такая еще фишка есть. Так, что здесь? Давайте бегом, ребят. Будьте не стоим на месте. Братья. Проходимся. Используем по точкам. Раз. Третье построение. Да черт. Атакуем, два. Согласно приказам. Объявляем атаку. Я готов к контратаке. Джаггернаут к вашим услугам. Супер. Выдвигаемся. Чутка назад. Как прикажете. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Добыча у меня, конечно, теперь поменьше стала, но... Джаггернаут готов служить Чего императору. Чего страшного? Джаггернаут к вашим услугам. Приближаюсь к цели. Вот под пушки их отвели, это хорошо. Это очень даже хорошо. Клирик, так, слушай. Здесь все, да? Приказ принят. Нет, не все. Есть. Где-то здесь Больте еще одна. О, да. Вот здесь еще одна есть. Нас не остановить! Мы попали под плотный огонь противника! Приказ принят! Так, отлично. Приказ принят! Выдвигаемся! Бойтесь нашего гнева! Интересно, что-нибудь вот здесь вот сбоку есть? Сейчас попробуем вот так пройти. Напрямую. Что мы здесь... А, мы там не добили одну. Нас не остановить! Будьте бдительны, братья! Супер! Приготовиться к атаке! Бежим, уничтожаем.
Так, ну, в целом, все очень даже неплохо. Не понял, правда, куда танки делись. Ну, окей. Наверное, они. Чем могу помочь? Где-то есть. Вперед к славе! Есть! Ага, вон аж куда спустились. Чигернаут готов служить императору. Негодники. Ваш приказ. Так почему? Чем могу помочь? Разбредились по всей этой... Есть! Приготовиться к атаке! По славу империи! Бегом. Чтобы они двигались бы побыстрее, было бы, цены им бы вообще не было. Врача! В атаку! Атакуем противника! Приготовиться Супер. К атаке! Чем могу помочь? По славу империи! Это ж вас только берется. Ваш приказ! Приготовиться к атаке! Оружие есть, к бою готово! Интересно, или есть что-нибудь? Мы готовы на к всякий заданиям. Случай, кстати, пошлем. Приказ принят. Раз там задание очистить от всякой гадости. Ваш приказ! Мало ли имеется в виду. Мы попали под плотный огонь противника! Где я нужен? При этом, как говорится, не хотелось бы, чтобы... Где я нужен? Оба. Где я нужен? Враг атакует! Так, ну здесь вроде нет ничего, да? В вашем распоряжении! Очистить! Изгнать! Уничтожить! Так. Клирик слушает. Никто из слуг императора не умрет, если я успею. Им конец! Враг атакует! Чё там? Ага! Безделье плодит ересь! В атаку! Будьте бдительны, братья! Используем 23-е построение! Приказ понят, брат! Во славу империи! Так, ну это хрень. Идеи только строятся. Павших за императора ждет вечная слава. Это... Оружие к бою готово. Боритесь нашего гнева. Выдвигаемся. Враги империи будут уничтожены. Так, а почему у меня больше не производятся эти танки? Написано предел войск. Да, так оно и есть. Так, там все тут еще можно изобрести. Да, о, великолепный. В принципе, все, больше ничего не могу сделать здесь. Так что... Да, о, великолепный. Просто будем. Чигернаут готов служить императору. Хорошие новости. Смерть доставлена. Давайте будем уничтожать сейчас еще побольше. Мы готовы, и нас расстреливают. Не шагу назад. Чигернаут доставлен. Одним отрядом я, конечно, это долго буду делать. Приказ. Ну чё. Мы люди не гордые. В этом случае у нас все в порядке. Так, сейчас ты запишу. Пойду монтировать. Следую вашим приказам. И выложу вам. Следую вашим приказам. Новую часть. Следую вашим приказам. Где я нужен? Думаю, где-нибудь четверг она будет. Чем могу помочь? Так. Thank you.
Чем могу помочь? Поле боя ждет. Мы попали под плотный огонь противника. Никто из императора не умрет, если я успею. И, конец. Следую вашим приказам. Никто так, из слуг здесь... императора не умрет, если я успею. Будьте бдительны. Нас не остановить. Объявляем атаку. Нас не остановить. Построим еще одну ракету, так будет даже удобнее. Мы попали под плотный огонь противника. Нет, только не мой клирик. Бойтесь нашего гнева. Ладно. Есть. Так, вот здесь я все уничтожил. Клирик слушает. На всякий случай вы, ребятки, с клириком. Следую вашим приказам. Идите-ка вот сюда, проверьте. Займитесь этим. Клирик слушает. О! Мы попали под плотный огонь противника. Поле боя ждет. Жизнь, смерть, мне наплевать, чего ты ищешь. Жизнь, смерть, мне наплевать, чего ты ищешь. Где я нужен? Так где там танки? Джаггернаут к вашим услугам. А ну-ка проверить, если там что-то есть уничтожить. Клирик слушает. Выдвигаемся. Так. Приготовиться к атаке. Где эти негодяи? Поле боя ждет. Где я нужен? Никто из слуг императора не умрет, если я успею. Чем могу помочь? Поле боя ждет. Ожидаю приказаний. Ну ёпрос, так когда вы ее там уже уничтожите-то, а? Джаггернаут готов служить императору. Все, конечно, отлично. Я здесь для того, чтобы служить. Так на самом деле Джаггернаут мог как-то и шустрее все делать. Что с этим? Джаггернаут к вашим услугам. Простое задание. Ну что они где-то здесь обосновались. Готов к испытаниям. Простое задание. Выдвигаемся. О, здесь еще одна точка. Смерть здесь доставлена. Пока посмотрим. Джаггернаут доставлен. Джаггернаут к вашим услугам. Прям таки доставлен. Давайте тогда даже вот сюда вот его пошлем. Враг будет уничтожен. Мы выполняем его волю. Враг атакует. Джаггернаут готов служить императору. Так, а второй-то где? Джаггернаут к вашим услугам. Как прикажете. Ну, пацаны-то уезжают, ё-моё. Враг будет уничтожен. Джаггернаут к вашим услугам. Ну. Джаггернаут к вашим услугам. Так, смерть сюда доставлена. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Времени есть. Вы. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Все зачистили, давайте приказ здесь проверим. Принят. Может здесь есть кто-то. Ваш приказ. Кто-то есть здесь или нет. Жизнь, смерть, мне наплевать, слушай. Так, и ты сюда тоже. Что вам угодно. Здесь все чисто. Враги империи будут уничтожены. Вера наш щит. Вроде нет. Джаггернаут к вашим услугам. По крайней мере. Джаггернаут готов служить императору. Да чтоб тебя. Смерть доставлена. Чем могу помочь? Оружие к бою готово. Объявляем атаку. Так, ну вот здесь еще две. Павших за императора ждет вечная слава. Два, так сказать, здания. Нас расстреливают, слушай. Кстати, вот здесь я не проверил. Может, тоже что-то. Враги есть. Императора будут уничтожены. Клирик, слушай. Безделье плодит ересь. Оружие к бою готово.
Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Так, где еще один Джаггернаут? Джаггернаут готов служить императору. Все, уничтожить силу хаоса, все отлично. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока. Ты глупец, Габриэль. Ты же знаешь, что не противник мне. Во имя братства? Почему? Изидор, ты же был сильнее яда. Ты даже не можешь представить, как я силен. Я чувствую, как дрожит вселенная при моем приближении. Мое имя известно даже богам. Имя твое, предатель, будет забыто навечно. Я сам позабочусь об этом. Жалкий червь. Да, раньше твоя сила была огромна, но это было до того, как ты приговорил Кирену. До того, как ты уничтожил всех, виновных и невиновных, одним ударом. А потом сомнения подточили твою волю. Ты слаб, несчастный глупец. Как себя чувствует палач миллионов? Тот, кто предал собственную семью. Я никого не предавал. Невинные души были принесены в жертву, чтобы жило все человечество. Я прекратил их страдания так же, как сейчас прекращу твои. Иди за своей броней. Ты победил меня. Я не могу поверить. Я заблуждался, Габриэль. Сильно заблуждался. Я думал, что сумею удержать силу. Хотел применить ее на благо империи, во имя добра. Ты должен понять. Дай мне шанс искупить мою ошибку. Дай мне избавление. Если избавление — это то, что ты ищешь, я дам тебе избавление. Такова судьба всех предателей. Не повторяйте их ошибок. Если же вы оступитесь, я всегда окажу вам такую же услугу.